Всем доброе время суток, доброго день, доброе утро, ну и все, что я не знаю, там все пожелания. Сегодня будет речь идти, как распаковать по очереди. Ну, многие люди пишут, что ну, якобы не знают, ну что, ничего страшного нету в этом. Как сказать, не каждый обладает какими-то знаниями своими. Я вот, например, пытаюсь во многих областях и в телефонах что-то делать, и в графике пытаться. Ну, всего потихонечку, помаленечку. Я практически 5 лет назад, можно сказать 6 лет назад, я вообще даже знать не знал, что такое вообще компьютер. Я газоэлектросварщик 4-го разряда. Ну, простой колхозник. Ну, что у меня? Трактор, сварка, поле, сено, вилы, говно, еще что-нибудь такое. Ну, типа вот это вот. Вот. Ну, потом приспичило, пришлось заниматься этими делами. Ладно, бог с ним. Поехали. Прежде чем установить, вы устанавливаете кряк сперва. Делаете от имени администратора и поехали. У нас, и у вас он должен сразу запуститься. Если он у вас, вот он, русский интерфейс, я не буду сразу, говорю, запускать, так как он у меня есть. Вот трансформеры сразу. Вот я вот делаю в данный момент отмену. Вот далее делается. Я делаю сейчас отмену. Так что мне пока не надо. Вроде у меня готово все. Чтобы достичь вот этого всего, что было у вас много-много-много всего. Тот же контакт, тут также запускаете контакт, раз, попер. Все вот эти вот. Все до одной, сюда, и вы запускаете всего-то, няни. Желательно отрубить антивирусник. Так что он маленько будет вас воровать и стирать. Драйверс. Драйверс обязательно. Вот 64-й, значит, вот эта штучка, наверное, 1500 стоит. Я на официальный сайт заходил. Это специально для видеокамеры идет. Дорого почему-то. Вот мультикамера. Сразу говорю, запускается только в 22-й. Даже не пытайтесь запустить ее в 20-й, 21-й. Даже не запустите, сразу говорю. Запустите ее. Сделайте хотя бы без ничего. Запустили ее. В смысле, пинаклю загрузили, все сделали. Потом можете пинаклю стирать и мультикамерой вот этой вот уже пользоваться без пинаклем. DVD контакт, это есть у кого CD-ROM. CD-ROM это тот, который может диски записывать. Вот, это сюда идут контакты, это вкладки идут сюда. У меня нету, я показать не могу в данный момент, так что я не пользуюсь DVD-ROM-ом. 3D буковки, это все то же самое. Вот этот контакт, это потом появится такая штучка, ярлычок, что вы можете записывать. Показать не могу, так как я, еще раз говорю, не пользуюсь. Она связана вот с этим вот контактом. Буковки, это дополнение, это как-то я с официального сайта скачал. Это берется вот так вот. Сейчас пинаклю. 64. Пинаклю. 22. Что у нас там написано? Вот он. И вот он. Берете вот так вот два штучки. Пьем. О, и маленько это, чуть-чуть маленько подальше отодвиньте вот так вот. И вот F2 вот так вот. И запихивайте. Давайте я тоже запихаю. Они у меня есть, я заменю. Вот, в принципе, по крайней мере, все.
Вы все сделали. Но в самом конце не забудьте запустить вот эту вот штучку. Студию. Это то же самое для записи DVD-дисков. Если вы не сделаете, у вас, ну, короче, не будет работать. Вам покупать придется. Это опять дорого и много денег надо отдавать. Так, сейчас мы запустим пиноклем. Пиноклю. Запускаем. Ты меня администратора. Вот так вот. Так как я с сегодняшнего дня блокирую все подходы к пиноклю, работать она не будет. А так как я вижу в последнее время, она появляется уже у меня в рекламе. Раскрытая полностью, 7-гиговая. И я вижу что-то в последнее время, как бы, то не получается у них, да, ну, они, в принципе, отзывы не читают. Ну, ладно, бог с ним. Вот, до полного комплекта вашего Pinaclu 22 вам обязательно придется скачать Pinaclu 20. Объясню почему. Потому что Pinaclu 20 и Pinaclu 22, они практически несовместимы, потому что так как фирмы разные создавали, Coral потом выкупил это Pinaclu, и файл, это все остальное, они как бы, ну, не подходят. Вот. Вот они, вот ваши эффекты будут, вот все. Сразу говорю, что надо хотя бы видеокарта гиговая была, ну и оперативной памяти, ну, от 4 гигов, ну, 8 гигов, ну, мне маленько все равно притормаживает, маленько тупит, так как у меня процессор 2900, слабенький, хоть и DDR4. Вот они, переходы. По поводу переходов, у вас планы переходы работать не будут. Сразу говорю, почему, честно говорю, не знаю. Вот я объяснял, наверное, может быть, из-за этого Coral, что они перекупили. Вот я сперва скачал 20-ку, потом уже 22-ю туда воткнул. 20-ку стер, а потом 22-ю воткнул. Там, посмотрите у меня видео, подготовка Pinaclu 22, подготовка, потом установка Pinaclu 20, Pinaclu 22, там как распаковки нет, ну и все остальное. Там уже популярно полностью будет объяснено, как это все сделано. Вот, видите, все и звуковой есть, вот они 3D. Ну, я не знаю, там 3D зачем вот эти делать, но мне кажется, как-то они некрасивые, позорные. Мне они как-то не понравились. Мне вот как-то вот родные вот веселее. Как-то вот, не знаю, ну, они мне не нравятся, ну, просто как-то поставил, пускай стоят. В них толку никакого нету. Хрень какую-то засунули, бабки такие издирают. Что-то баксы какие-то непонятные. Не, мне не понравилось. Здесь вот намного вот шустрее, сейчас покажу. Вот, 3D, например. Ну вот, 3D. А здесь? Какой здесь 3D-то? Ну, я настраивал, я только не пытался делать, ну. Я его можно крутить тудым-сюдым, все. Ну вот. Все. Блевотина какая-то. Ну ладно, бог с ним, не об этом разговор. Дальше поехали. Вот она. Соло. Хреново. Здесь вы сами сделаете. Здесь у вас, если будет замочек, вот здесь и обязательно должен быть, вы просто-напросто заходите сюда также, в эту же папку, и
устанавливать эту разблокировочку. И у вас она появится. Она бесплатная. Покупать тоже не надо. Это некоторые дядьки. И всем надо купи-продай, блин, модные. Хреном им всем. В принципе-то и все. Что я хотел вам объяснить. Так, что еще дальше-то? Вот, вот это вот, как я показал, у вас будет работать, а если вы не поставите, у вас будет здесь замочек о программе, там все остальное. Ультиматум, вот мой компьютер, там это все остальное, все рабочее, как видите. Все как надо. Все окей. Ну что ж, дорогие друзья, подписчики, пишите. Если я не так быстро отвечаю, так как у меня я на трех в Одноклассниках, ВКонтактах и в Фейсбуке, еще здесь. Да, еще 4BD, я уже не помню, сайт как называется, я туда на форум, кстати, зашел. Вы можете меня по этому же имени найти, не Корсар, а Ультиматум Плюс. Набираете там и меня находите в форуме. И, возможно, мы можем мы пообщаться и все, что какие-то вопросы будут не только по Пинаклю и многое других, там о телефонах есть какие-то вопросы, можно что-то сделать, где-то прошивки, где-то, ну, помочь могу, объяснить, рассказать, какое-то видео сделать. Тут попросили сделать видео о прошивке, но я сделал только о Хоноре, не о прошивке, а как разблокировать загрузчик. Ну, не знаю еще. В принципе, я его разблокировал, а супер права я не получил, так как я могу перепрошить. Потом его то же самое, костюмы сделать, и костюм этот, как бы, маленькое другое обновление сделать, и якобы загрузчик могу закрыть, и я не могу права никакие потерять. Так что, так как у меня пока новенький, но не могу я ничего делать сильно. Потом, через полгодика, я его буду корячить и кирпичить, как могу. Так и делать. Не об этом разговор. Но, дорогие друзья, дорогие подписчики, приводите своих друзей. Пишите. Много пишите, делайте обращения, объясняйте, рассказывайте, может, что-то где-то я не прав, что-то я то не умею, естественно, такой же, как и вы, двоечник был, газоэлектросварщик, тракторист, на поле, все остальное, ну, короче, перебольше кидай дальше, так вот. Вот, не люблю, когда называют чайниками, много я уже обул, которую назвали чайниками. Ну, в принципе, всем до свидания. Пока, приводите друзей. Еще раз говорю, если я долго не могу как-то это, у меня в уголку есть кнопочка на Mail.ru. Заходите, пишите. Мне быстрее приходит сразу почта на телефон, и я могу по ходу действия или дома, или за компьютером, или где-то нахожусь, я могу вам объяснить. Так что могу потом сделать вам через WhatsApp, естественно, позвонить, объяснить, рассказать, ну, все остальное. Всем пока, до свидания, всем удачи, еще раз до свидания, приветствую всех. Но не юридических лиц. Всем пока, до свидания, удачи.